Израильской армии нанесли серьезный урон в киберпространстве. Неизвестным хакерам удалось проникнуть через системы защиты и получить доступ к секретной информации. Что попало в руки врагов, расскажет Сергей Ауслендер. Операция неизвестных хакеров называлась «Leak the Analyst», «Слей аналитика». Преступникам удалось взломать системы защиты компании FireEye. Эта фирма – одна из ведущих в мире в сфере обеспечения защиты информации, один из главных подрядчиков израильской армии по киберзащите. В течение года хакеры, подключившись к компьютеру ведущего аналитика этой компании, получали оттуда сверхсекретные данные, конфигурации сетей, анализ киберугроз, рабочие планы компании и многое другое. Все это они впоследствии выложили в интернет. Эта история наделала много шума и вызвала настоящий переполох среди специалистов по компьютерной безопасности. Вот, допустим, управление авиационной системой, которая происходит из Земли, это происходит через электромагнитные волны. То есть, если кто-то сумеет сесть на эти компьютерные сети, которые управляют системами вооружения, то он может помешать ведению боя. Собственно, такие случаи уже бывали. Иранские военные однажды сумели перехватить сигнал с американского беспилотника и посадить его на своей территории. Была версия, что помощь в этом им оказали российские специалисты. Боевики в Ираке не раз выкладывали в сеть видео с дронов армии США, которые они скачивали через перехваченный канал связи. В Израиле, который активно пользуется подобными системами, такие угрозы постоянно возрастают. Кроме того, на вооружение израильских ВВС недавно поступили новейшие американские самолеты F-35. Они имеют крайне сложные компьютерные системы управления, очень сложное программное обеспечение, которое теоретически можно удаленно взломать и контролировать. В связи с этим израильское оборонное ведомство создало целое управление по защите от киберугроз. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро телеканала «Интер».